ни одно из самых незабываемых событий в вашей жизни. Создание семьи – это начало доброго союза двух любящих сердец. Настоящая любовь, подобно жизни, дается раз и навсегда. И самое главное для каждого человека – ее не упустить. Но я искренне верю, что случайностей не бывает. И когда мы встречаем своего человека, некий тихий таинственный голос тихонько нашептывает нам о том, как важна эта встреча, призывая не проходить мимо. И если душа нашла отражение в другом человеке, значит, в твоем сердце зародилась любовь. Такая простая, но такая сильная. Но порой как трудно бывает найти в таком огромном мире человека, который будет любить и ценить, принимать твои недостатки, но восхищаться достоинствами, который сможет всегда понять и простить. Александр и Ольга, вам повезло, вы нашли друг друга. И осталось так мало и так много. Сохранить этот дар небес, сохранить то чувство, что объединило вас, сохранить вашу любовь. Именно это чувство сподвигло вас к решению быть вместе, заботиться и оберегать друг друга. Мы с радостью и уважением приветствуем ваш выбор. И сегодня на пороге новой жизни прошу ответить, является ли ваше желание стать супругами взаимным, свободным и хорошо обдуманным? Прошу ответить вас, Александр. Да, конечно. Thank you.
верю, что случайностей не бывает. И когда мы встречаем своего человека, некий тихий таинственный голос тихонько нашептывает нам о том, как важна эта встреча, призывая не проходить мимо. И если душа нашла отражение в другом человеке, значит, в твоем сердце зародилась любовь. Такая простая, но такая сильная. Но порой как трудно бывает найти в таком огромном мире человека, который будет любить и ценить, принимать твои недостатки, но восхищаться достоинствами, который сможет всегда понять и простить. Александр и Ольга, вам повезло, вы нашли друг друга. И осталось так мало и так много. Сохранить этот дар небес, сохранить то чувство, что объединило вас, сохранить вашу любовь. Именно это чувство сподвигло вас к решению быть вместе, заботиться и оберегать друг друга. Мы с радостью и уважением приветствуем ваш выбор. И сегодня на пороге новой жизни прошу ответить, является ли ваше желание стать супругами взаимным, свободным и хорошо обдуманным? Прошу ответить вас, Александр. Да, конечно. Прошу ответить вас, Ольга. Да. С вашего взаимного согласия ваш брак регистрируется. Прошу от своими подписями скрепить ваш семейный союз. Поднимись там на себя. Все пройдет. Салон с вами приглашу в Вилан. Если вы его знаете, находится